В минувшую пятницу в клубе «Стадиум Лайв» при поддержке телеканала РУ-ТВ состоялся долгожданный концерт питерской рок-группы «Сплин». Александр Васильев представил программу «Рай в шалаше», в которую включил все лучшее из творчества группы за 21 год. В зале воцарилась атмосфера фирменной сплиновской меланхолии и хандры, за которой и приходят на их концерты.